А, ну вот меня мои подписчики тоже спрашивают, связь между Леоном, Зайцев, второе, аккаунты. Вот что ты можешь об этом сказать мне? Это вообще полная ересь. Вообще, ну Леонов, Анатолий Михайлович Леонов, если, Леонов это или кто? фамилия. Леонов это фамилия, ну Леонов это Леонов, Леонов это глава Николаевского района, Зайцев это если Зайцев, ну Зайцевов тут тоже в городе есть, да? Хотя я знаю, что у меня родственников здесь в Николаевском районе, по крайней Очень мере, нет. распространенная фамилия Да. после Петрова. Зайцев. Тароев, ну Тароев, у меня отношение, как вы относитесь к Тароеву, я скажу, я просто к нему никак не отношусь, вообще, просто, это вообще лицо А странное, в чем? которое сюда приехало, саботировало там вообще всю работу избирательную, какие-то там сотрясения пространства, сотрясения Под воздуха таким было, влиянием. агент влияния, да, Да. приехал тут, какие-то насоздавал, кстати, Может, он иностранный насоздавал гражданин? какие-то группы, какую-то кобру, начали собирать личные данные людей, кстати, взяв на себя полномочия Так а знаешь, что там какое-то регионального такое оператора. поднялось? Казачество сюда подтянули, вот. Где оно? Вообще, я не понимаю, где оно. А Где-то, потом наверное, есть. выборы какие-то там тоже он там пытался там. Выборы он просто саботировал. Я же говорю, все его люди, которых он предложил, они просто даже тупо заявление не подали. Так вот, Это связь вообще. второй Зайцев Леонов, Я вот вообще это, спрашивает. я эту связь, не то, что я ее Это скажу, похлеб. кто ее ищет, это, да, это просто клевета самая настоящая. Это 128 часть 1, если будет зафиксирован факт, вот этот, что будет кто-то тыкать. Я скажу еще больше, там, за интересные вот разные аккаунты телеграмные, тоже у нас, кстати, на собрании вот это вот поднимался вопрос, и я скажу вам, я знаю, кто это самый, кто дублирует вот эти вот эти аккаунты. Мне тоже скрины присылали. Там администрация, и там что-то еще, там что-то было, какая-то организация у нас там. У тебя нос чешется, потому что ты простыл или потому что ты врешь? У меня нос чешется, потому что я пытаюсь не врать. Вот. Мне хочется вот на вот этой теме более подробно. Именно Второе. подробно, нет, подробно Леона. и направленно. Нет, это не Тароев и не Леонов. Я сказал же, Леонов это Леонов, Тароев это Тароев. Если Зайцев там и Тароев там все это совместят, но я тогда скажу, я вообще тогда я Юрий Гагарин. Ну а ты, наверное, вообще А точно может, не. у кого-то мозгов не хватает? А ты, Юрий Никулин. Я посмотрел вот эти вот скрины, которые мне Ну, прислали. почти, И почти. я скажу, что вот эти скрины мне, которые присылали, там, короче, пишется тут, что мне тут.